Привет всем, вы на канале Panda Play. Меня зовут Дмитрий, и мы с тобой продолжаем играть в Papers, Please. В предыдущей серии мы что-то прям как-то все не очень хорошо закончили. И да, я хочу напомнить, если ты не подписался на канал, подпишись обязательно. Если не поставил лайк до сих пор, поставь лайк. А если не прокомментировал, обязательно прокомментируй. А мы продолжаем. Сюжеточка и... Естественно, заново, но потому что тут уже как бы последний день, и тут вариантов других нет. Не-не-не, отмена. Я просто хочу начать заново, как бы все поудалять. Да, вообще все поудалять. Как-то так. Да. Ну, удалить. Не-не-не, я хочу удалить. Все, правильно, да-да, заново. Просто начнем заново. Поздравляем, что, ну, чтобы косяков поменьше было, еще что-нибудь там подведены. Итоги октябрьской лотереи на рабочих местах победителя. Это мы уже в курсе. На, немедленно обратитесь. Я обращаюсь в 8 класс. В Восточном Грештине мы переезжаем. И слава Арстоцке. Естественно, кто бы сомневался. Пропускной пункт в Грештине открыт. Ноябрь 23. 1982 год. Так, и пошли. Возьмите паспорт, поставьте печать в странице. Въезд разрешен только гражданам Арстоцке. Наконец-то домой. Арстоцка. Въезд готово дело. Всем иностранцам отказ. Ну, на, возьми. Слава Арстоцке. Спасибо. Следующий. Ну-ка. Здравствуйте. Так, ты иностранец, это я вижу уже, все, до свидания. Следующий. Здравствуйте, женщина, ваши документики. Так, республика, мне в этой чертовой очереди пришлось только стоять. И хотел ей разрешить, представляешь? Ага. Размечталась. Да пошла ты. Здравствуйте. О, Арстоцка. Так, действительный хоть? Действительный. Слава Арстоцке. Следующий. Да что ты... Ваши документики. Этот пункт вообще зря открыли-то. Ты только для этого сюда и пришел, я так и понял. Следующий. Здравствуйте, женщина. Арстоцка, въезд. Разрешить. До свидания. Тут все просто. Тут как бы все единственное правило, только его не нужно нарушать. Ваши документы. Привет. Так, калеча. Террорист, блядь. Террорист, 100%. Показать. Ой, отказать. Показать хотел сказать. Даже сказал. Отдать. Только граждане Арстоцке. Следующий. Седьмой клиент уже, смотри-ка. Ваши документики. Арстоцка. Так, разрешить. На. Слава Арстоцке. Все правильно ты говоришь. О, бля, какой я сосредоточенный. Ваши документики. Арстоцка. Разрешить. Следующий. Документики. Так, отказать. Искалечий террорист по-любому. Давай, иди отсюда. Следующий. Ваши документики. Так, тоже. Тоже какая-то непонятно откуда. Ну, на, отказать. До свидания. Здрасте. Здрасте, из Арстоцки. На Жоржика похоже, слушай. Похож, но это не Жоржик. Жоржик позже придет. Все, следующего не нужно уже этого обслуживать. Так, что у нас там по зарплате? Сорокеточка, продукты отопления. Слушай, ну, давай-ка мы не будем нихера тратить. Пока не нужно это все делать, правильно? Правильно. Давай-ка лучше оставим денежки на попозже. Это что такое? Пока ничего не надо. Я не буду ничего пока тратить. Знаешь почему? Потому что
потому что нет необходимости. Вот если бы они были замерзшие и голодные, тогда бы да. Пойти спать. Пропускной пункт Грештин. История успеха. Правила стали мягче. Разрешен въезд иностранцам. Хорошо. Иностранцы теперь у нас с тобой будут въезжать. Так, следующий. На вашем рабочем месте установлена программа проверки. Тщательно проверяйте все данные паспорта. Отказывайте всем, в чьих паспортах будут отмечены несоответствия. Режим проверки, правила нормативы. Ваша работа регулируется правилами и нормативами Министерства въезда. Изучите инструкцию, словарь Стоцки. Чтобы задать вопрос, типа, ага. Так, ну сегодня 24.11. Так, паспорт действителен. Да-да-да-да. Так, мне сравнивать не с чем особо. Что тут сверять? Похоже в целом. Можно, конечно, фотографию сверить. Данные совпадают, как бы здесь вообще вопросов никаких не должно быть. Стол, так, общие правила, карта, общие правила, паспорт дал, дал, действителен, действителен, до свидания, разрешено, счастливого пути. Вроде как все правильно, надеюсь, я не буду косять в этот раз, ну, не, по крайней мере, не в таких количествах. Здравствуй, Алёнушка. Так, 27-е, так, ну-кся, до свидания. Сегодня у нас дата другая совсем. Срок действия этого документа истек. Тут, наверное, опечатка. Да у тебя в голове опечатка. Отказ. Ты видел, какая она на паспорте строго сидит? Следующий. Ваши документики. Так, паспорт действителен. Женщина вот на фотографии не очень похожа на нее. Это явно не вы. Годы меня не пощадили. Так, но... И как быть? Пластическая операция. Почему я должен ей верить, блядь? Вот отказ. Я не хочу... Вот, блин, ну на самом деле, вот... наверное, надо было ее пропускать. Сейчас запомню, в следующий раз не буду так делать. Есть что. Ваши документы. Можно побыстрее? Так, ты из Арстоцки, но что-то я тебя побыстрее... У меня скоро автобус, иди в жопу. Десяток, пол мужской, Арстоцка, Александр. Ну, здесь вроде как все верно. Здесь даже, ну, не знаю. Типа, придраться не к чему. Серьезно. На. Ну, вроде как не к чему. Так-то, может быть, и было к чему. Тут как знать. Ваши документы. Мужской. Похож. До 83-го. Возможно, что-то тут еще не так, но разрешить, разрешить. У тебя больше документов-то нет, не с чем сверять даже. Это было просто. Здравствуй, девушка. Арстоцка, привет, красавчик. Ты, я смотрю, скучаешь. Пора развлечься, приходи. До 83-го года Арстоцка, женщина. Все правильно и похоже. Разрешить. А как мне сюда прийти-то, я не пойму. Не забудь навести меня. Как мне к ней прийти-то, я не пойму. Любой твой каприз. Ваши документы. Ну, а, все, так. Женщина до 84-го года. По фотографии в целом похожа, но можно, конечно, проверить. Чё там, блядь, опять террористы? Твою мать. Ща бомбанет. Да стреляй еще раз. Молодец, ёб твою мать. Живучий террорист оказался. С трех выстрелов только слег. Рабочий день прерван из-за атаки террористов. Сын болеет, нужно лекарство. Ну, здесь уже вот можно все потратить. Продукты, отопление и лекарства. Чтоб наверняка. Пойти спать. Денежки у нас с тобой есть, уже хочу заметить. Атака террористов. Подозреваются ли революционеры из Калечии? Опять Калечия, твою мать. Калечия. Что вы там все сговорились, что ли? В Калечии в своей. Террористы они сплошные. Установлены правила въезда для иностранных граждан. Все иностранцы должны иметь при себе пропуск. Тщательно проверьте всю информацию. Поставьте печать на странице виза въезд. Угу. Так, понял.
на отсутствие документов можно указать, это я знаю, это я в курсе. Ну, как назад. Все, давай, следующий. Иностранцы должны дать мне пропуск. Так, пропуск, пропуск. Дата 25.11, пропуск. Так, паспорт действителен, женщина. Так, ну, здесь вроде как все совпадает. Разрешить. На, иди отсюда. Иди отсюда, больше не приходи. Здравствуйте. Так, ну ты это тоже как бы это самое... Вообще-то это мне должна была дать бумажечку о том, что у тебя есть пропуск. Где ваш пропуск? Простите, вот. А, прощаю, ладно. Забыл, так забыла. Дата правильная. Паспорт не просроченный. Женщина, похоже. Разрешить. Следующий. Привет, тетя. Привет. Я готов тебя счастливить в любое время. Спасибо. Пропуск правильный, паспорт действительный, женщина, похоже. Разрешить. Приходи в розу греха, спроси Аву. Сюда положу. Может, кому пригодится. Так. Ваши документики. Так, республика. Паспорт действительный. Не мужчина ты, нихуя, мужчина. Так, вы женщина или мужчина? А почему вы спрашиваете? Потому что у тебя в паспорте написано мужчина, ну? Ну, мужчина ты или нет? Эне Мариан. Мариан, точнее. Тут написано, что вы мужчина, а почему вы спрашиваете? Блять, да потому что написано, что ты мужчина, ёб твою мать, дура, что ли, совсем, или что? Что за... Блять, да обычный вопрос, отказ. Иди отсюда. Мне нужны правильные документы. Верно, верно. Привет, дядька. Ты из Арстоцки, я смотрю. Так, мужчина, похож. Но ты не иностранец, значит, тебе не нужно ничего. Так, паспорт действительный. Ладно, давай, счастливого пути. Берегите себя. Да ты тоже, давай, счастливо. Ваши документики. Паспорт действительный, мужчина. 3-12. Ага, дата, блядь, неправильная. Смотри-ка, ну. Ты позже должен был прийти. Да, это моя ошибка. Ну, тогда и нахуй иди отсюда. Как бы отказать. Твоя ошибка, так твоя ошибка, иди отсюда. Приди попозже. В чем проблема-то? Время только мое тратит. Бабуль, здравствуй. Че у тебя тут? Паспорт действительный, женщина Михаила. Ладно, женщина Михаила, так женщина Михаила. Так, республика, ну все верно. Ой, блядь, как не туда нажал. Даже фотография вроде похожа, такая же вся морщинистая. Разрешить. Давай, счастливого пути. Это было просто. Вот это было просто, это, блин, как будто они меня наебать хотели, и это было просто. Город выдачи. А я туда даже не смотрел. Привет, Джорджик. Ага, вот и я здесь. А, вот я здесь, Слава Арстоцкий, самая великая страна. Так, ты мне должен был паспорт дать. Где ваш паспорт? Паспорт. Арстоцка такая великая. Паспорт не нужно, верно? Нет, без паспорта нельзя. Ладно, ладно, понял. Потом приду. Давай, приходи в следующий раз. С теткой это обманулся, город выдачи неправильный. Ваши документики. Давай сюда. Так, паспорт действительный. Арбистан. Выдано скал. Вот как я должен это понять? Дата правильная. Ну погоди, давай посмотрим карта регионов. Арбистан. Скал Лорндас Миргерус. Блять, я это никогда в жизни не запомню. Пропуск. Здесь все правильно. Дата правильная. Похоже, похоже, это все верно. Разрешить.
Ну просто если я еще раз тут наебусь, то это будет вообще обидно. Ваши документики. Так, паспорт действительный, женщины НКО. Так, все правильно, карта... А, блядь, фотография не похожа, ну. Тебя тут ни годы не пощадили, тут это все плохо как бы. Это явно не вы. У меня была пластическая операция. Блять, не помню, разрешал ли я въезд по пластической операции или нет. По-моему, нет. По-моему, отказать. Это не она. Это обман. Это просто обман. Не может быть, чтобы это была она. Здравствуй, мужчина. Западный Грештин. Блять, Западный Грештин, это точно не ту. Не то. Карта регионов, Калечи. В Калечи нет западного Грештина. Есть западный Грештин. Ёб твою мать, правильно все, смотри-ка. Так, паспорт действительно, все действительно, готов дело. Так, поместить сюда, разрешить. Фотография похожа, все похоже. Давай. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Сука! Пол неправильный, я не посмотрел на пол-то. Ну, последнее замечание без штрафа. Пол неправильный, мудак. Вот подставил меня. Так, ну... Теперь все ок, можно на продукты с отоплением не тратиться. Правильно я говорю? Правильно. Пойти спать. Рассвет черного рынка. Правительство винит во всем слишком мягкие законы о въезде. Хорошо, пора на работу. Тум-туру-ру-рум. Нужно экономить деньги, если чего уж тогда тратить. Потому что, ну, блядь, как-то я его слишком жирно тратил в тот раз, и получилось вот так. Граждане Арстовские должны предъявлять личную карту. Теперь... Так, разрешение на въезд. Пропускание действует. У Арстоцки должны быть личные карты. У этих карта разрешения на въезд. Какова цель? Просто в гости. На 14 дней. В гости 14 дней. Так, дата хорошая. Мужик, канва... Матвей. Матвейка. Матвейка, все правильно. Номер паспорта совпадает. Все хорошо. Все действительно. На, молодец. Давай. Заходи. Угу. Я добрый сегодня, блядь. Всех пропущу. Ваши документики. Какова цель поездки? Навестить родственников на... Сколько там? На 14 дней. Ну ладно, в гости на 14 дней. Так, похож мужик в ведро... А, ведор, блядь. Весли усечи, номер паспорта совпадает. Действительно все. Так, ну давай, заходи. Разве что, блядь, город может не совпадать. Вот это вот, да, вот это я могу. А в остальном-то все как бы должно быть все правильно. Ваши документы. Так, не, мне пропуск не нужен. Мне нужен не пропуск, мне нужно несколько дней куда-то там. Общие правила. Общие правила, мне нужен... Да, нужен въезд для иностранцев. На въезд у меня есть только пропуск. Пропустите меня, иди нахуй отсюда. Иди нахуй, женщина, мне не нужны вот эти вот всякие ваши пропуска. Иди отсюда. Пропуск тебе недостаточно, получите разрешение. Вот дерьмо. С меня за пропуск кучу денег содрали. Это я помню, это уже было. Следующий. Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Я еду транзитом в другое место. Останусь на 14 дней. Хорошо. Так, действительный паспорт. Действительный, похоже, только ты не мужик, походу. Ты немножко женщина. Тут написано, что вы мужчина. Что за вопрос? Так ты мужчина, бляха-муха. Почему ты мне говоришь? Даже Ритой назвали. А, ну все, так, не впускаю я ее. Отказать. Счастливого пути. Следующий. Здравствуйте. Так, 6 месяцев в гости. 6 месяцев в гости. Принц Жона... Фотография, ну, в целом так-то похоже, конечно, можно тыкнуть. Данные совпадают.
совпадают данные также номера паспорта, действительный паспорт, действительный... А, въезд до. Слушай, въезд до-то уже все просрался. Ну-ка, не видел ты 6 лет его. Вопрос. Срок действия документы истек. Пожалуйста, пропустите меня, месяц сын ждет. К сожалению... К великому сожалению, я не могу тебя пропустить. Да будь ты проклят. Я же не творю произвол, я делаю все как надо. Ваши документы. Бля, где паспорт твой, дурак? Транзитом ты. Транзитом на 2 дня. Ладно, транзитом на 2 дня, но давай-ка ты мне паспорт лучше дашь. Блять, нет, не то, вот сюда. Ну, задай вопрос, где паспорт? Вот. Вот другое дело, сразу так и надо было бы. 2 дня на транзите. Так, 21-12 совпадает. Паспорт действительный. Мужик, скал, герцог Джеймс. Все совпадает. Номер паспорта тоже вроде как правильный. Можно, кстати, карту регионов, если что, только посмотреть. Карту регионов и посмотреть, откуда он там, из Арбистана. Из Арбистана скал. Да, все верно. Так, разрешить. Это было просто. Блять, сейчас прикинь, сейчас косяк найдется какой-нибудь по-любому. Нет, смотри-ка, нет косяка. Уже спасибо. Ваши документы, цель визита, транзит. На сколько? На 14 дней? Да, на пару недель, все верно. Похож, все правильно, действительно. Номер паспорта совпадает. Антон Дельвой. Нех, нихуя себе. Ты такой молодец, конечно. А ты когда имя-то поменять успел? Ну, дружище. Имена не совпадают. У меня несколько разных имен. Опечатки. На. Тыкай. Так, и вот так вот сразу сделаю, и все. Данные совпадают. Ну и хорошо. Так, как... На. Забери. А что там пишут-то? Второго... А, имя. Второе имя. Второго имени нет. То есть его-то зовут... Вот так, а вот это... Отказать. Имя, второе имя должны соответствовать записи. Все понятно, короче, отказать. Хотел ему разрешить въезд, прикинь. А у него отпечатки совпадают, а вот, блядь, имени второго нет у него, дружище. Ты так нехорошо поступаешь, ты подставить меня хотел. А меня штрафуют, семья голодать будет. Привет, Джорджик. С утенком принес. Вот это снова я. Так, ну ты мне должен еще карточку дать свою, дружище. Извини. И паспорт грубая подделка. Вы что, неправда? Его уже одобрили. Ну еще и личную карту должен был... Ой, должен мне дать. Да... То есть он мне личную карту дал еще? Ну ладно, давай мы тебе отказываем и... Идешь ты отсюда лесом. Жоржик, извини. Нет такой страны, Кабрастан. Ладно, ладно. Мой паспорт вам не нравится, я понял. Я потом приду. Лучший новый... Новый лучше будет. Следующий. Смотри, косяков гораздо меньше, чем в предыдущий раз. Ваши документики. Арстоцкая и личная карта. Неправильные имена, я смотрю прям. Обнаружено несовпадение. Вопрос, давай отпечатки смотреть. Отпечатки. На. Второго имени нет. Ее зовут Лаурин. Все, отказать. На, держи. Как бы я человек простой, у меня по бумажке написано, как делать, я так и делаю. Ваши документики. Иностранец. Цель поездки транзитом на 2 дня должно быть. На 2 дня, да. Въезд действительный, номер паспорта совпадает. Адель, похоже, все правильно, женский пол. Разрешить. Держи. Главное, чтобы не проебаться вот сейчас. Вот это вот, блин, сейчас штраф еще какой-нибудь дадут. Нет, смотри, я не обманулся. Болеет голод, мерзнет голод. Сын болеет, нужно лекарство. Так, все хорошо. Пускай. Зарплату мы хорошую начали получать. Это меня радует, несомненно, просто. Пойти спать. Все будут здоровы, и у всех будет все хорошо. Республика, знаменитый бегун стал убийцей. Винс Лестрей, подробности. Пора на работу. Ноябрь 27-й. 82-го года. Винца ищем, короче, Винца. Так, теперь вы имеете право задерживать подозрительных лиц. Чтобы включить команду задержать, указывайте на несоответствие. Следующий.
Так, здорово. Въезд в гости на сколько? На несколько месяцев. Подожди, ну, блядь, мне не нравятся твои ответы, вот эти вот на несколько месяцев. Тут написано на 3 месяца. А, ну, блядь, данные, данные совпадают, вопросов нет никаких, ладно. Несколько месяцев, так несколько месяцев. Смотри, значит, паспорт, номер уже точно не совпадает, это факт. Да какой нет связи-то, ёб твою мать, вот он. Несовпадение, вопрос. Это какая-то ошибка, документ нормальный, арест. Не надо меня забирать, пожалуйста, просто поставьте мне в паспорт отказ, и я уйду. Ждите, что происходит? Все, увели, подрученьки. Стенограмма. Так, документики, ага. Ага. Работа, 2 месяца. Так, 82-й год, 17-12. Паспорт тоже... А, нет, паспорт недействительный. Смотри-ка, у него паспорт недействительный. Иди-ка меняй давай. Срок действия документа истек. Тут, наверное, опечатка. Опечатка у тебя сейчас будет в... Как, а... А где имя-то его? Не, ну тут все правильно, кроме даты. Дата неправильная, значит, все. Идешь ты лесом. Никакой работы тебе не видать. Извини, пожалуйста. Следующий. Парам-пам-пам-пам. Ваши документики. Опа. Вот он. Здравствуй, транзит. А ты в новостях мелькал недавно, смотри-ка. Ну-ка, где здесь новости-то? Ну подожди, где новости? Блять, где здесь новости? Его имя... А, слушай, его просто на имя надо указать, да и все. Блять, я забыл, прикинь, как это делается. Новости-то где? Новости где? Арстоцкая, теперь задерживать можем. Во, блять, нашел все. Несовпадение, вопрос. Вы Винс Лестрейд? Черт. Слушайте, я ее не убивал, я подсмотрел. Я понял уже, давай, до свидания, арест. Даже говорить с тобой не хочу, паршивый человек. Такс. Следующий. Ваши документики. Так, смотрим. Транзитом в другое место. На пару дней. Да, транзит на пару дней. Номер паспорта совпадает. Петька горбатый. Так, 18-12 совпадает. Паспорт действительный. Женский пол. Ёб твою мать. Ну ты ж не женщина. Ну, дружище. У вас в паспорте написано, что вы женщина. Все как там написано. Так ты, блядь, Петя горбатый. Какой нахер, как написано, отказать? Иди отсюда. Следующий. Ваши документики. Шинглтон. Не по своей воле, ненавижу эту мерзкую страну. Я тут транзитом. Хорошо, транзитом так транзитом. Похоже, вроде женщина. Действительно, паспорт похож. И имена совпадают. Ну, хорошо. Самое главное, чтобы все совпадало. Давай, виза на въезд разрешить. Ох. Что ты охаешь-то, блядь? Так. Ваши документики. Так, паспорт где твой? В гости он на 3 месяца приехал. Это, конечно, хорошо, но мне паспорт нужен. А что такое паспорт? Ну-ка, до свидания. Да, блядь, да нажмись ты, ёб твою налево. На. Счастливого пути. Могу тебе пожелать только удачи. Так, мне новости больше не нужны, да? Кого цель поездки? Друзья на 3 месяца. Это все совпадает. Имя совпадает. Номер совпадает, дата совпадает, все действительно, женский пол. Так, ну в целом-то здесь все вроде как все верно. Разрешить. А там хер знает, как получится. Это было просто.
Следующий. Сейчас замылятся глаза у меня, я сейчас буду косячить, я думаю. Так, цель поездки. Так, так, он на ПМЖ приехал, я понял. Так, Пётр. Пётр Восток. А, это у которого жена сейчас пойдет за, следом за мной. А я ее не пропущу, хотя... Блин, не помню, надо было ее пропускать или нет. Слушай, я забыл. 7, 12. Ну, его по-любому пропущу, потому что я помню, что я его пропускал. А вот жену не помню, пропустил я ее или нет. Спасибо вам огромное. Слушай, ну давай я ее пропущу. По-моему, ее надо было пропустить. Ваши документы. Вы видели моего мужа? Мы ведь пройдем, правда? Блять, ну я даже не знаю, пройдем вы или нет. Ну, давай отказать. Ну нет документов, мать его за ногу. На какую смерть я тебя обрекаю? Иди. Штрафа нет, самое главное. У меня семья умрет, если я тебя пропущу. Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Я хочу навестить родственников. Ты не похож на вот этого мужика. Дома 8 недель. 8 недель и... Ну, в гости, понятное дело. Фотография другая немножко у тебя, нет? Это явно не вы. Это старое фото. Отпечатки. У нас все просто, как бы здесь думать даже не нужно. Просто нужно взять и... второго имени нет. Отпечатки совпадают, не совпадают. Давай тыкнем. Да вроде даже совпадают, слушай. Совпадают, отлично. Это возьми с собой. Так, паспорт действительный. Въезд действительный. Так, номер действительный. Имена действительные. Все правильно, разрешить на въезд. На, держи. Это было просто. Ну, вроде как все правильно у него. Я не думаю, что у него там что-то было неправильное. Так, отлично. Улучшение. Пробел, переход в режим проверка. $60 у меня есть. Ну, давай улучшение тоже. Нет, давай еду не будем им давать. Улучшение купим. Рабочих мест не хватает. Дальше будет хуже. Приезжие отнимают работу местных жителей. Такая вот история. Хотя, давай-ка мы с тобой на этом закончим. Потому что... Ну, потому что... Спасибо большое за просмотр, ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, обязательно и в других видео. До скорой встречи и всем пока.